В СМИ нередко можно узнать, что Роман Костомаров вернулся с того света. Действительно, учитывая тяжесть состояния, в котором пребывал фигурист, врачи сделали даже невозможное. Теперь Роман проходит процесс реабилитации. На данный момент известно, что олимпийский чемпион чувствует себя значительно лучше. Но о полном выздоровлении пока речи не идет. Сейчас у него подготовка к протезированию, а затем начнется полноценный период реабилитации. И все это время он будет в России. Продолжается подготовка к протезированию. Операции на ногах уже сделаны. Идет стадия заживления. Что касается рук, то там еще предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление. О сроках выписки речи даже не идет, поскольку на все это нужно время. Последнее время многие писали о том, что звезда ледникового периода находится в подавленном состоянии и может сорваться не только на родных, но и на персонал. Стоит понимать, что после всего пережитого Роман имеет на это право. Но он держится молодцом и старается поскорее вернуться к нормальной жизни, насколько это возможно. Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады. Он все-таки уже 4 месяца в больнице, но никакой депрессии, все нормально.